Всем привет! С вами Digital, это эксклюзивные стримы для избранных. Продолжаю эпопею, вот, да, прохождение последней миссии Балтех. Уже которую неделю. Привет, Торыч. Аладдин я, кстати, прошел в тот же день, по-моему. В понедельник, что ли? Ты же в понедельник проходил, нет? Так ты, видимо, днем прошел, а я вечером. Как-то так. Ты на нормале, а я на изер, да-да-да? Так, короче, что там надо сделать-то? Взять геймпад в руки, наверное, да? Включить малинку. Не перепутать бы. Понедельник прошел с 18 до 19.06. Ничего себе. Ну вот. А я, получается, не знаю. С каких там? Ночью, короче. Такс. Ну, поехали. Я не знаю, я что-то там потел. Как-то так получилось. Ой. Причем не один стрим. Потел, да-да-да. Вечно тут при включении Авермедиа звук факапит. Не знаю почему. При загрузке, вернее, этого реколбокса. Так. Ну вот, 3 раза я в Аладдин играл и с 3-го раза прошел, получается. 4 дня назад, да, вот, понедельник. Так, что ли, получается? Реклбокс тут статистику ядрить ведет. Если бы он еще показывал прям день недели, точное время ядрить. Вот, например, Балтех 12 часов назад. Ну так вот. Что еще насоветовать? Я пока не знаю, что насоветовать. Ой. А еще, ну так, чтобы было завидно, я там выпендрился как мог. Короче, прошел волну лавы, именно прошел. Ну, я тоже прошел, кстати, последний раз, когда играл. На лазбусе, говорю, сливаем яблоки. Да я видел, я посмотрел этот стрим-то, на самом деле. Так, ну поехали крабить, слоупочить и... И что там еще? И не проходить. Сейчас бы еще пароль вспомнить. Было бы вообще хорошо. Я вот тут пытаюсь найти в гуще чата. Но что-то пока не получается. Какой-то там замысловатый. А вот.
Кажется, он. Сейчас, минуточку. Ой, сейчас чихну. Еле успел микрофон отключить. Так, что-то там. И мягкий знак. И. Я надеюсь, это правильный пароль. Нифига не такой. А, нет, правильный. Ничего себе. Окейушки. Ой, читайте сами, короче. Laser missile. Это по статусу ранг генерал. Между прочим, на минуточку. Что ты в пальму стреляешь, осел? Стоит, блин, стреляет в пальму, нормально? Ренджа не хватает, просто этот, блин, ссаный лазер, блин. А чё я рвусь-то туда? У меня же есть вот это. Вот это вот есть санина, которая не достреливает. А его ракеты достреливают, а моя санина нет. Нормально, конечно, чё нет. Здесь вертолетики там отъехали, нет? А, я ее убивал быстрее, чем доходил, лол.
Все спрашивал, а где же пушка, а где же пушка? Она вон она где. Давай, спокойной ночи, Торч. Impossible. Impossible. Mission Impossible. Проходи давай, Battletech 1. Вот тебе вызов. Вдвоем прошли, давай один. Где ты там? Danger overheating. Danger overheating. Danger overheating. Enemy mech approaching. Danger overheating. Enemy mech approaching. Danger overheating. Missile. Danger overheating. Danger overheating. Danger overheating. Danger overheating. Enemy mech approaching. Danger overheating. Danger. Danger overheating. Damn it! Забыл про эту мину. Ну, сика. Где там есть? Approaching. До свидания. Вертолетик. Ты жопа толстая, застреваю тут в лианах. Enemy mech approaching. 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 Где ты там, approaching? Thank you.
так вот хорошо. Отлично, вообще. Вот сейчас хорошо было. По красоте просто. Ты еб... Студы. Недалек. Ходил на тренировку. Опытный стример топал по джунглям. Пришел с тренировки. Да-да-да. Также топаю по джунглям. Так, 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 так. И нет этим, нет этим болотом конца и края. Просто-таки. Я уже от таких тренировок мозоль на пальце натер. Enemy mech approaching. Enemy mech approaching. Самолетик. Вертолетик, в смысле. Взорвись, пожалуйста. Легендарное племя Амазон. Это понятно, для кого материал собирает. Может быть, да, кстати. Так, подождите с вашими амазонками. Чё, где тут ништяки-то были? Во-первых, кулунт. Ну да, во-вторых, лазер. Что еще? Что-то еще было, да? Или и так крутой? И так сойдет. Патроны к лазеру, да? Лазерно-бластерные патроны. Ничего вы не понимаете? В высоких технологиях дрифтинг. Иди сюда, говно. Так вот. Так вот. А-а-а, теперь можно пойти и взять. За 3-9 земель пойти и взять этот. Как его там? Гоус Райфл вот этот.
Дайте вам в E3 поиграть, вот там топовая игруля, а вот четвертая часть, простили до безобразия. MechWarrior 3. А она там какая-то? Пошаговая или реал-тайм? Я так понял, новый Battletech, он пошаговый, что ли? Симулятор. Не, симулятор это заморочен слишком. Или для тех, кто там хочет часами разбираться в амуниции, вот это вот все. Выучил название мехов. Ты собака страшная. Неожиданно мина, да? Все глушители сигнала, о боже мой, уничтожены. Здесь вот было в прошлый раз 8 вертолетов. Снова неожиданно мины. Что ж такое-то? И мины, и мины, и мины, и мины. Да ты... Слов нет вообще. Кто ты? Она там убьется или нет? Это вертолетная площадка-то, боже мой. Шубы и меха 3. Больше похож на симулятор вертолета вроде Команчи. А я не играл с ним. Так, минуточку. Вон она, сика. На нах. Вот так вот, Professional Gaming, MLG, MLG. Кстати, наверное, в этих мехворьерах-то есть сетевая игра, да? Строить поединки на роботах, вот будет номер.
Помню, мы играли по сети, давали имбу самому тормоза на маленьких его микрокроликах. Ну и что получалось? Так. Блин, сейчас бы бомбануло. После оверчарджинга-то, наверное. Кишите бесит, блин, а? Так, надо идти обратно за ништяками. Наверное. Я пока тут дойду, в меня все выстрелит. Боже мой, мины тут прям, прям мины тут. Лазеров 13. Счастливое число. Сейчас 13 лазерами-то затащим. На тебе вот так. Так, все. Пошел за боезапасом. А где он, кстати? Где-то внизу. Главное на мины сейчас не зайти. Лейзер. Лейзер. Кстати, раз уж приперся сюда, наверное, надо...
Тот тут кружочек разобрать. И здесь что? Правильно, мины. А потом что? Правильно, снова мины. А после них что? Так точно, опять мины. Ты встань, ты как ты. Чё, я не попал? Санит, какая. Сейчас попал. Не то, чтобы совсем не попал, не попал в шарик, да. Какая доставляющая миссия просто. Так, что это тут? Кручусь-то, верчусь. Так и все, чё там? Так, подождите. Где какую вы говорите брать-то последнюю? Та, которая прям... Прямо ОМГ-ОМГ в самом... левом нижнем углу? Уже 4,5 часа, да, неплохо получается. Я еще не ужинал. Сейчас быстрее все завалю, короче, пойду ужинать. Имел я в виду эти батлтехи ядрить. Понятно, не достреливаю. Двадцать два. И часы превратились в тыкву, да? Пока две. Чувствую, сейчас будет одна. Сколько у нас жизни, капитан? Чё творю? А где ракета-то? Я что-то не пойму никак. Ведь были же где-то ракеты. Где-то вот там, что ли, в самой жопе.
Или это лазер опять? Нет, наверное, лазер. Ракеты. Да хрен их знает, где ракеты. Может, где-то вот здесь? Вот за этой стеночкой. Может быть, вот там ракеты? Блин, там пока... Когда шкандыбаешь, короче. Что делать, что делать? О боже мой, что делать? И чё, попал, что ли? Да, ну и в меня тоже попала эта фигня. Да блин, тихо. Вертолетик, уйди, а, пожалуйста. О, а вот и ракеты. Вот открываешь ворота и стоишь перед ним. Так, так, так. Вот же духота. Что там? Две еще, да? Бери ракеты, ты... Чё ты там пляшешь? Ты все. Завались, как говорится. Да блин! О! Это рассыпуха, да? Как раз то, что мне нужно. Ну и так сойдет. Отстаньте, дурацкие вертолетики, от меня.
с райфл напал мой гаус свой катапульта. Рогатка какая торч называет. Какие-то шутники эти торчи. Так. Еще чуть-чуть. И mission failed. Еще немножечко, чайная ложечка. Ай. У кого рогатка, у кого семки? У Торча рогатка, у тебя семки. Да каждый по-своему упорот. Чего я тут хожу-то кругами ядрить? Где мины-то, алё? Э? Мины-то где? Вот они. Челлендж пройти дюну на нуле спайса был более увлекательно. Я что-то уже и не помню, когда это было. А, это классические миссии Дюны 2 в Дюн 2000 оболочки. Как-то так. Так, короче... Не, ну 47 лазер-то надо куда-то девать. Подождите, а там еще наверху же, да? Блин, там еще наверху, по-моему, мех целый. Что-то я забыл совсем. Ты с Санина. Получаешь вот так вот. Что там еще? Снизу бы взял. Так надо использовать сначала этот лазер. Правда, сейчас оттопырюсь, наверное, где-нибудь вот здесь, на минах. А, материал. Снизу влево. Хм, действительно, как вариант. Ну, давайте попробуем. Ядрить там танков. Что у меня тут есть? Лазер у меня есть. Так, мина, да? Ёп. Нет, не мина. Ну и мины тоже. Вот и мины.
Сейчас просто по-царски ушел. Дофига этих танчиков. Что-то как-то тратится эта рассыпуха. Не по делу. Второй ты что не приехал? Самый умный, что ли? Давай, давай сюда иди. Второй сказал, ну нафиг. Безумный кот. Семки стресс. Сгрыз. Да блин. У меня ракеты еще есть, забыл совсем. Ё, твою. О, кулант. Пойду я возьму лазер, наверное. Симулятор развития вьетнамского синдрома от длительного безнадежного пребывания в жопе. Съездит 180, сгонит до 100, до 250 с криком «Хрен ли вы тут расселись?» Прокладывает на другой раз. Так. Где мои лазеры? Лазероны где мои? Вот они. Лазер. Лазер. Лазерки. Лазерочки. В контур не поиграть, да? Везде, где есть джунгли. Зерняшки. Что я делаю? Какую-то дичь опять. Так вот и все. Так, теперь обманный, о боже мой, маневр. Осталось три канистры. Три. Боже мой, это все еще вторая жизнь, да? Да. Прям не верится, аж так. Но это все фигня, потому что... Потому что... Патронов-то нет ни хрена.
Это еще парочку осталось. Стоим, тупим. Кто там стреляет еще? Да сверху еще. Так. Куда ты, сика, стреляешь? О, прям идеально. Иди. Ты дри, тут видно. Сейчас сольюсь, чуваки, прям чувствую. Вертолеты, отстаньте. Отстаньте от меня. Думаю, лазер будет выглядеть как красный, испепеляющийся вокруг красного луча, он смотрится как зеленый пососный полумыт. Ну, да, есть такой. God's rifle. А God's rifle. А God's rifle. Так, вот один выстрел, два... Минус две эти самые. Ракетные турели. Вертолет. Прям вот тренерно курит в сторонке, да. Так, 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 так. Там еще один танчик остался. Он ждет меня, там поджидает просто. Ты еб... Ладно, Лиана один выстрел заблокировала. Хоть где-то она пригодилась. Как тут встать-то так, чтобы... О, норм. А больше кулунтов не будет, да? Или будет? Не-не-не. Вертолетик, тебе что надо? Так вот тебе. Так. Это Санин. Не туда. Во. Ну хорошо, а с чем я буду вот ту санину верхнюю разбирать? С криками Кия?
Присущий, по-моему, только злобная кружка встречалась с мистером Тортенболтом и остался жив, чтобы потом об этом сказать, по-моему, нужно прибегнуть к его помощи. Да вот, видимо, придется прибегнуть к чьей-то помощи, да. Вряд ли я тут дотащу. Да блин, вертолетики эти ссаные просто бесят. Там мины, прям по звуку слышу. Да блин, не достреливаю ни хрена. Ой, кулант. Кулант — это хорошо. Ты бери ты кулон-то, боже мой. Так. Две ракеты всего. По картинке выглядит, будто мех съел самолет. Полет. Вертолет. Я их иногда самолетами называю, правда. Пять внезапные мины, да. Не менее внезапные вертолеты. Дай прусь-то. На мины, видимо, я прусь. Enemy mech approaching. Лейзер. А как его разбирать с двумя ракетами? У меня раньше были связки ракет и лазер. Теперь только лазер. Enemy mech approaching. Сика.
Ты охренели, что ли, там, блин? Так, не последний канистр-то, я надеюсь. Осталась одна канистра, о боже мой. И чем я его буду... Попробую вырезаться. А что такое справа такое? Красное такое. Вот здесь вот. Это что такое? Это что такое сейчас такое? Что это такое сейчас было? Заглюк такой. На радаре. Пушка плюс танк. Странно. Так, ладно. Что дальше-то? Идем последнюю брать, да? Наверное, нужно взять патроны. Или еще успею. Там еще ниже будут, да? О боже мой, это такой стресс. Или не брать, или чего, или куда? Пить охрану канистр. Блин, а чем я буду убивать тут? Такой вопрос. У меня нет ни хрена. Здесь мины, я знаю. И вот это санина, который не контрится. Так, ну уже что-то. Или не, надо сначала всех контрапупить. Нифига себе, я мину убил. Ай. Danger overheating. Тыц-т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 ыц. Ну да, ну да, чтобы потратить. Тупи, тормози. Чпонька. Блин, мышкулом где-то есть на карте. Или я все собрал? Мне бы кулант. Позять. Лейзер. Ой, ладно, короче. Тачик. Да с таким количеством жизни это... Impossible. Надо, наверное, куда-нибудь вот сюда вот встать, где узкий проход, я даже не побоюсь этого слова. Ой, сейчас, минуточку, ребята, отойду. Перед таким просто мега-батлом. Минутку.
Так. Вносится как... Ужас, не пойми что, я в него огнемета попасть не мог. Давайте... Без давайте, да-да-да. Давайте я даже засейвлюсь. Так. Save state. Вот. Всякие пожарные. Если не убьем, то попробуем размикрить. Я думаю, вот здесь вот надо его ждать. Вот тут вот прям. За углом прям. Он такой идет, идет такой. А я такой, оба из угла такой. Сюрприз, мадафак. И прижимать, да. Так, 40 ракет и 100 лазер. И тютелька жизни. Блин, жизни бы чуть побольше, конечно. Весь материал найден. Вон он, главное. Стоп, мы подошли из угла. Где он там? Enemy mech approaching. Вон он, сика. Ауди, не сам. Энерджайзер. Привет, кстати. Блин. Сыкотно ядрить. Ну. Enemy mech approaching. Danger overheating. Mission complete. Die, you son of a bitch. Поздравляю, полученный ДНК позволит нам создать самую мощную армию командования клана Волка. Повышает тебя до звания Хана, ты и твои подвиги прославили наш клан и укрепили его позиции. Вот. Спасибо за игру. Что-то с чем-то. Просто. Не прошло и скольких там? 7 стримов? Over, yeah! Попал и выиграл. Зажал и выиграл. Вы видели там жизни-то сколько было? Это был тактично выбранный угол. Я так и не понял, что с геймпадом-то произошло. Он взял и отключился что-то. Я, правда, в беспроводном режиме играл, но чуть не похоже, чтобы он разрядился.
Zero Tolerance я проходил с секрами. Ну как-то так. Как-то так. Музон клёвый, кстати. Раненько, ребят. Пойду я ужинать. А там посмотрим. Всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Кому сидел, понравилось, подписывайтесь. И пока-пока. До новых встреч. Battle control offline.